эти технические огрехи. Вот вы видели девочка, да, сейчас она тоже придет в понедельник. Вот девочка в игре с лёдом, да, то есть она уже подводящее упражнение споймала, да, уже как бы проще некуда, здесь все понятно, да. Руки отвел, вес тела, вес тела падает сам на левую ногу. Она делает хорошо, берет ракетки, идет с правой ноги, да. То есть только 6 лет, а у нее уже эта штука сидит в голове. Да? И, соответственно, ее надо исправлять. А надо исправить что? То, что ребенок делал до этого уже там почти год. А это, представляешь, вот год делал, чтобы выбить это старое движение и вернуться в норму. Сколько надо тоже это повторять и сколько надо это делать. То есть вот, переоценить важность работы на технику вот просто невозможно. И еще один, ну, я говорю, мне это, ну, понимание этого вопроса пришло уже, когда я играл на топовом уровне там со всеми этими там ребятами, и на высокой скорости вся эта ситуация влазит. То, что работает, то, что эффективно, хорошо поставлены ноги, техника чистая, ты валишь, играешь с ними, с любым, надо там левую диагональ, надо правую, удар на удар, там, где тонкое какое-то звено, уже даже будучи там набив десятки, сотни тысяч ударов, ты все равно там, где тонко, оно начнет подрываться. Начнет подрываться, ты начинаешь нервничать, и потом нам говорят психология. Это не психология, это просто неправильно закрепленная техника, которая тебя начинает ограничивать. То есть технику, задача тренеру доводить техническую подготовку до того состояния, пока она не может быть ограничивающим фактором в развитии ребенка. Вот если вот совсем по-простому сформировать эту задачу, то есть работать над техникой до тех пор, пока ребенок играет матч, и тренер соперника не знает, куда ему играть, вправо и влево, потому что у него везде более-менее нормально. Но какой смысл продолжать нарабатывать сильную сторону или продолжать нарабатывать работу ног, когда тренер посмотрел 10 розыгрышей, играй не влево. Зачем? Понятно, что она будет лучше, что вправо лучше двигаться, но соперники будут садиться влево. То есть надо эту ситуацию доводить, приближать к идеалу, к той же уверенности. Все равно будет, как и в теле есть естественная симметрия, к чему-то она больше будет тяготеть.